Здравствуйте, подписчики и гости моего канала. Сегодня будет обзор моих сеянцев. Расскажу, как я их сеял. Это камелия японская. Камелия японская. Выращивал ее из семян. Вот, обратите внимание. Всходит она очень интересно. Вот такого плана. Сначала появляется вот так росточек. Вот. Видно, да? Нет, не видно. Вот такой росточек появляется. Потом вот этот росточек вытягивается вот так. И потом начинает вот так сходить, ну, открываться у него листики. Вот, камелия японская. Давно мечтал о таком растении. Впервые, скажем так, купил я семена этого растения. Впервые. Ну, очень доволен, в принципе, результатом. Практически 100%. Эта камелия взошла. Изначально семена купил, они были в пакетике, видимо, были уже на стратификации. То есть я достал, ни скарификацию, ничего не делал. Скарификация, для тех, кто не знает, это нарушение оболочки для быстрого прорастания. Ничего не делал, ни скарификацию. Ну, видимо, уже после стратификации они ко мне пришли. Вот так. Здесь, скорее всего, мне так кажется, я все-таки два штуки посадил. Видите, по углам. В общем, вот как-то так. Тоже хочу, тоже пишут, что данное растение является не морозостойким. По-моему, до минус 5, что ли, оно выдерживает максимум. Но я видел камелию японскую в Ялте, в парк Партенит. Или парк Айвазовского, живые изгороди из камелии японской были. Вот, поэтому я так думаю, что можно попробовать также в нашем регионе где-то в затишье ее попытаться высадить. Да, возможно, будут где-то листочки обмерзать, но в любом случае буду пробовать. Вот у меня камелия японская вот здесь, потом вот она, потом вот. Сейчас еще покажу. Вот, пожалуйста, еще. Вот камелия японская. Вот, еще где-то здесь была. Сейчас, ладно, искать не буду. Еще одна где-то есть у меня. Вот, то есть схожесть у камелии японской прекрасная. Также вместе с камелией относится к роду, ну, близкородственный с чаем краснодарским. То есть краснодарский чай – это китайская камелия. Вот, это японская камелия. У меня три сорта камелии. Китайская, японская и горная. Три вида камелии. Ну, китайская считается наиболее зимостойкая. На втором месте по зимостойкости это горная. И вот эта менее зимостойкая, это японская камелия. Но она самая красивая. У нее она цветет розовыми цветами, либо красными. Видел еще камелию с белыми цветами. Похоже на розы. Вот так плотно-плотно набитый вот так вот лепестками, как будто бы растение как искусственное выглядит. У него такие, как воском натертые листочки, как будто пластмассовые. И цветы тоже. Ни запаха не имеет, ничего. Как будто бы вот пластмассовые искусственные цветы. То есть выглядит просто вот как картинка, как будто искусственная, но это растение живое. Цветок держится довольно долго на растении. Ну, многие выращивают его как комнатное растение, как комнатную культуру. Поэтому вот, пожалуйста, камелия японская.